Так, здравствуйте. Итак, мы отрисовали себе заготовку. И в настоящее время будем проектировать систему отопления периметрально. Так, сохранимся под новым. Так, вот у нас заготовка. Так, и еще один момент. Исправим. Помните, я говорил, что нам нужно поставить то количество процентов, сколько будет приходиться от мощности добить установки помещения на данный прибор. Раз у нас два прибора, значит у нас 50% мощности. Сделать это очень просто. Выделяем все, чтобы по каждому прибору нам не щелкать. Исправить там 50%. Где дело? В противном случае, после того как мы запустим программу на расчеты, у нас выдаст ошибки, что у нас два прибора процентов не хватит. Так, все, ну и если вы заметили, на тот прибор, который нужно ставить. Так, все. Так, ну и теперь, что нужно сделать? Тех, кто периметрально стену соединить оба провода. Начиная от крайнего прибора до стейка. И сейчас будем это делать. Подающий с подающий, обратно с обратной. Так, и тоже внимательно смотреть, чтобы было соединение. Так, следующий. Достаточно быстро и просто все это делается, если понимаете, как вам нужно определить ваш сим на полости. Так, и делаем это справа. Которая у нас проходит по помещению.
Так, все, мы соединили. Получили. Так, и здесь еще внимание. Еще внимание. У нас есть повороты. Мы должны добавить. Да. Без разницы, в каком месте ставить. Главное, чтобы они были. Да, единственное, что вот здесь могут быть повороты с пистолетом. Так, следующий момент. После того, как мы соединили, нам нужно указать длину прибора. Так, ну здесь у меня 5 метров. Тоже 5 метров. У вас есть аксонометрия, то есть вы ставите те значения, которые взяли по аксонометрии, либо по плану. Так, дальше. Так, ну и остались у нас участки. Тут приблизительно 1,5-2 метра. Здесь 1,5-2. Thank you.
Здесь тоже полтора. Подающий на обратно. Так, вот мы задали. Так, у нас подключение 2. Уменьшаем. Коллекторы для грибин. На 2 подключения. Так, ну и проделаем следующее. Манипуляция. То есть точно так же не будем вести до конца пропора. Воспользуемся соединением двух удаленных пропоров. Подающий. И обратно с обратно. Смотреть, чтобы были манипуляции. Так, мы проделаем эту же ситуацию здесь. Так, все у нас подсоединено. Так, сохраняемся. Так, ну и у нас очерчена схема всем накоплением для того, чтобы переходить к следующему действию, это к расчету. Спасибо за внимание. Ну и до следующего видео. До свидания.